Зеркало с видеорегистратором с разрешением 1080 точек. Оно снабжено фронтальной широкоугольной камерой с углом обзора на 40% шире обычной. Вы сможете записывать видео высокого разрешения высотой 1080 точек и частотой 30 кадров в секунду. Изображение получается четким и плавным. Разрешение фотографии может составлять до 5 мегапикселей. Разрешение видео до 2 мегапикселей. В верхней части устройства имеется слот для SD-карт. Оно поддерживает карты объемом до 32 гигабайт. В устройстве используется более долговечная SD-карта, чем большинство других. На нее можно перезаписывать видеофайлы до 20 тысяч раз. На карты microSD можно осуществлять перезапись только до 1000 раз. Их необходимо менять каждые 3 месяца. Зеркало по умолчанию комплектуется пультом дистанционного управления. Автоматическая регулировка яркости. Если окружающий свет становится ярче, яркость монитора автоматически повышается, чтобы водитель мог четко видеть изображение в зеркале. С наступлением вечера освещенность в автомобиле снижается. Яркость монитора в зеркале также автоматически снижается, чтобы не ослеплять водителя. Бесперебойная циклическая запись. Зеркало с видеорегистратором осуществляет циклическую запись видеофайлов, что гарантирует наличие свободного места для записи. Новые файлы записываются вместо самых ранних по времени. Датчик удара. Новая функция «датчик удара» позволяет видеорегистратору автоматически записывать и сохранять видеофайлы при распознавании ускорения со скоростью 8G или выше. Детектор движения. При включении детектора движения устройство автоматически начнет запись видео при обнаружении движущихся объектов. При отсутствии движущихся объектов запись автоматически прекращается. После выключения двигателя и выхода водителя и пассажиров из автомобиля, устройство продолжит запись видео. Дисплей устройства и подсветка выключаются. Кажется, что устройство не работает. Допустим, вы припарковали автомобиль на парковке. Если кто-то ударит автомобиль и скроется, зеркало с видеорегистратором сделает запись данного происшествия, что поможет найти виновного. Как правило, имеющиеся на рынке видеорегистраторы, работающие на аккумуляторах, могут записывать от 1 до 3 часов видео. Наше зеркало с видеорегистратором, используя только 10% мощности автомобильного аккумулятора, может вести запись на протяжении 48 часов. Если напряжение в аккумуляторе упадет ниже определенного уровня, зеркало автоматически отключит собственное питание. Датчик GPS. При получении GPS-сигнала зеркало с видеорегистратором вместе с записью видео автоматически записывает информацию с GPS-координатами. Далее нужно импортировать текстовые файлы в программу Light. Таким образом, вы сможете одновременно наблюдать и за маршрутом вашего передвижения, и за видеозаписью. Камера заднего вида. При включении задней передачи на мониторе автоматически отобразится картинка с камеры заднего вида. При этом запись видео не будет приостановлена. При выключении задней передачи автоматически включится изображение с фронтальной камеры. Функция затемнения. Данное зеркало имеет и дополнительные функции, такие как автоматическое и ручное затемнение. Автоматическое затемнение означает, что при ослеплении сзади зеркало автоматически переходит в антиослепляющий режим. Для ручного затемнения зеркала необходимо повернуть переключатель на 90 градусов.